У ефірі програма «Навіна регіону» у студії Кристіна Кранкевич. Вітаю вас у гэтым выпуску. Глядзіце. Комбайнеры, тысячники и передовики-водители на жніве. Надворье спрыяе уборочной. Инвестиции у развіццё. Магілёўскае прадпрыемства «Магатэкс» мае намер выйсці на рынок Латинской Америки. Новую экспозицию, просвеченную барацьбе советской армии супраць фашистаў, рыхтуюць у Буйнічах. Амаль 19 тысяч гектараў збожжавых і зернебабовых убралі ў гаспадарках Магілёўскай вобласці на раніцу 3 жніўня. Гэта складае 5% ад агульнай плошчы. У аблсельхазхарчы ўдакладнілі, намалочана 62 тысячы тонн зерня пры сярэдняй ураджайнасці 33 цэнтнера з гектара. Лідары жніва, Бабруйскі і Кіраўскі раёны, дзе ўбрана па 18% плошчаў. А вось па ураджайнасці на першым месцы Шклоўскі раён 54 цэнтнера з гектара. За ім ідуць Круглянскі і Горацкі. Дарэчы, у паўночных раёнах убрана пакуль па 1% плошчаў. У Магілёўскай вобласці 3 экіпажы камбайнераў-тысячнікаў. Гэта экіпаж Івана Салановіча і Івана Багіля з акцыянернага таварыства «Рассветы» Мярлоўскага Кіраўскага раёна. Таксама па 1000 тонн намалацілі Валянтін Тарасевіч і Уладзімір Шапялевіч з калгаса «Гігант» Бабруйскага раёна. І ўжо 3 вадзіцеля перавезлі больш за 1000 тонн зерня. У іх ліку і малады вадзіцель Юрый Манкевіч з агракамбіната «Зара» Магілёўскага раёна. Юрыю Манкевічу 29 гадоў. У звестках пра перадавікоў на ўборцы збожжавых ён у ліку маладых вадзіцеляў, хаця працуе ў гаспадарцы 10 гадоў. І летась быў запрошаны на абласныя дажынкі ў Мсціслаў. На сёлетняй уборачнай кампаніі працуе на новым МАЗе. Есть сравнение прошлой машины этой? Прошлая такая старая была, это новая. Удобнее с ней работать? Конечно. Больше большая грузоподъемность. Сколько рейсов в день вы делаете? Ну, как придется. Самое малое, чем рейсов. У господарца рассказывают, на одном поле працуют одразу несколько комбайнов и обовязково побач пожарная машина. Убрали у одной месцы, гуртом переехали на другой участок. На данном поле произрастал яровой ячмень. Урожайность составляла 65 центнеров с гектара. Данное поле мы заканчиваем, переезжаем на соседнее поле. Это поле было 300 гектар, следующее поле будет составлять порядка 85 гектар. Тоже с урожайностью приблизительно 65 центнеров гектара будем убирать. Это хорошая урожайность? Ну, это достаточно неплохая урожайность, учитывая погодные условия данного года. Аграры кажут, у поля комбайны выходят, как сыйдзе роса, прикладно, каля 9 годин раницы. От выпаду росы залежит и протяглость працоўнага дня, коли до 9 вечера, а коли и до полночи. Татьяна Сергейчик, Миколай Соболев, «Новини региона». Інвестыцыя амаль у 76 мільёнаў беларускіх рублёў атрымала магілёўскае прадпрыемства «Магатэкс». Гэта вынікі ўдалага праходжэння ўсіх этапаў экспертызы дзяржаўнай праграмы інавацыйнага развіцця Рэспублікі Беларусь. Як адзначаюць на «Магатэксе», палова названай сумы інвестыцый – гэта безвыплатныя сродкі інавацыйнага фонду. Астатнія – гэта актывы прадпрыемства, як уласныя, так і крэдытныя. Іх «Магатэкс» павінен інвеставаць у развіццё прадпрыемства. Новыя станкі азначаць і новыя перспектыўныя накірункі. Адначасова з модернізацыяй у «Магатэксе» імкнуцца павелічыць долю гатовай прадукцыі ў агульным аб'ёме вытворчасці. Сёння прадукцыя кампаніі экспартуецца больш чым у 15 краін свету, сярод якіх Расія, Казахстан, Украіна, Малдова, Узбекістан, Літва, Германія, Венгрія. Засваенне новых рынкаў збыту дазваляе павелічваць і аб'ём вытворчасці. Была очень важна у нас поездка в Соединенные Штаты Америки, где мы встречались с рядом компаний, в том числе с представителем компании Walmart, это крупнейшая торговая сеть. Сейчас мы регистрируемся на, как одни из возможных поставщиков, ведем переговоры для того, чтобы можно было работать на американском рынке, и программа очень серьезная. По словах Виктора Матиевича, не менш цікавы на кірунак Латинская Америка. Для удзелу у тендеры у Перу, Боливии и Колумбии на предприемстве подрыхтавалі новые узоры тканіны. Перспектыўная продукция зараз проходит лабораторные испыты. Павел Савицкий, Віталь Алексеенко, «Новини региона». У суботу 5 жніўня жыхары вобласці змогуць традыцыйна звярнуцца з пытаннямі да прадстаўнікоў улады. Прамыя тэлефонныя лініі пройдуць у Магілёве і Бабруйску, а таксама ва ўсіх райвыканкамах Магілёўшчыны.
Наприклад, у Могилевском облвыконкаме у гэты раз вы можете задать свои пытания по развитию промысловости, паливно-энергетичном комплексе и его эффективности. Звернуть увагу улады до пытания у конкурента здольности промысловой продукции, а так само до науковой, технической и инновационной деятельности. У гэты раз телефонование будет принимать наместник старшини облвыконкама Дмитрий Харитончик. Гарачая линия будет працевать с 9 до 12 годин. Номер телефона у Могилеве 50-18-69. У той же час у Могилевском гарвыканкаме разобраться с вашими зворотами допоможе наместник старшини Александр Веракса. Номер телефона для совязи 42-21-02. А наместник старшини Бобруйского гарвыканкама Игорь Кисель будет принимать ваши питания по номеру 76-21-41 у Бобруйску. У Могилеве у дорожно-транспортном здарении загинул жыхар областного центра. Авария отбылася ночью на улице Кривулина. Каля дома номер 19 автомобиль «Пежо» урезался у грузовик «Скания», спал прицепом, который стоял на краю проездной части. По словам инспектора ДАИ, водитель автомобиля обрал небеспечную для себя худкость и, как выник, не справился с кированием. У вынику ДТЗ пассажир легковушки отримал травмы, от яких помер на месте. По информации Держаутоинспекции, у относенных до водителя заведена криминальная справа. Новую экспозицию, присвященную борьбе советской армии супроть фашистов, в худким часе представить могилевшанам и гостям в области. Реконструкция одного из эпизодов периода Великой Айчинной войны ведется на территории агролесотехнического колледжа. Днями тут завершилось будовництво цікавого объекта низководного дравляного моста. Летняя спека не перешкода для солдат 188-й гвардейской бригады. Яны завершают будовать дравляный мост. Было принято решение на возведение линии оборонительных рубежей, которые размещались здесь в годы Великой Отечественной войны. 70 годов тому подобная конструкция могла вытрымать каля 60 тонн, а это два танки часов Великой Отечественной войны. До реконструкции моста подошли с усёй отказностью. Проектировщику Александру Самуилову пришлось звертаться до архивных записов, каб объект отрымался докладно таким же, как его попередник. При проектировании данного объекта я изучал, конечно, литературу историческую, а также руководствовался руководящими документами, настоящими. Миновито гэты объект атрымалася узвести усяго за два дни. Войскоўцы упэўнены, что такая хуткасть стала магчымай праз добрае узаемаразумение солдатов. В команде работать не тяжело, коллектив слаженный. Реконструкцию одного из эпизодов периода Великой Отечественной войны у агролесотехничном колледже планируют завершить у этом месяце. Тут еще повинна з'явиться военная техника, якая дополнит экспозицию. Дарья Семенько, Александр Тарасов, новини региона. Выставы, презентации, майстер-классы и конкурс лепших работ. У Бобруйску стартовал месяц фотографий «История Бобруйска» у фотообъективе. Про то, кто на стагодзе заховывая подеи и особы. Ангелина Дикун. Засаўка, вытрымка, дыяфрагма. Для Аллы сказавай гэта не замежныя словы, а звыклы лексікон. Жаданне пазіраваць перад аб'ектывам фотоапарата у яе трансфарміравалася ў прафесію яшчэ год 10 таму. Первое, что я взяла в руки, скорее всего, это была видеокамера. В дальнейшем, когда мы снимали хоум-видео какое-то, захотелось фотографии. Я начала работать с открыточной фотографией, с обработкой. Я съездила на мастер-классы. Сейчас больше хочется воздушности, мягкости и вступает, наверное, в силу стиль fine art. Калі для Аллы фото профессия, то для Дмитрия Сказова худшее хобби. Подполковник внутренней службы вучится у жонки секретом побудовы кадра и применяет трапные парады на практике. Для нашчадков фиксует яркие подеи истории бобруйских выратовальников. Это фотографии, которые были сняты последние десятилетия, когда не только я, но и наши работники снимали какие-то события. И мы тоже людям постоянно показываем, чем занимаются МЧС в целом, чем занимаются спасатели, как они живут и работают в том числе. В этом году у нас новых два проекта. Можно сказать, родилась, да, это дети-спасатели. Выступление артистов, надзвичайные здарэнні, сустрэча замежных делегаций, або первый пухнаты снег. Александр Анташкевич – фотограф и репортер. На его здымках мало кто глядит у объектив. Это все здымки подеи. На своих фото он фиксирует повседневное житё Бобруйска, ловит реальные мгновения. Моя задача как фотокорреспондента газеты – находясь в гуще событий, находясь где-то на каком-то мероприятии,
мгновенно найти подходящий ракурс, подобрать определенный план фотосъемки. Магчимость паспрабаваць сябе ў ролі фатографа ёсць у кожнага. У Бабруйску стартаваў месячнік «Гісторыя горада ў фотаабъектыве». Увесь жнівень свае працы фатографы змогуць размяшчаць на самых розных пляцоўках і інтэрнэт-парталах. Ангеліна Дзікун, Константин Шаўцоў, навіны рэгіёна з Бабруйска. Увагу экалагічнаму выхаванню надаюць у кожнай дашкольнай установе. Так, у дзіцячым садку нумар 100 горада Магілёва рэалізуюць экалагічны праект «Прырода вакол нас». Як маленькія аграрыі даглядаюць свае пасевы, убачыла Алена Бузук. Летними днями у многих могилевских детячих садках кипит праца на присядибных участках. У могилевским детячим садку номер 100 маленькие фермеры поливают градки и доглядают посевы. Так реализуется проект «Природа вокруг нас». Мы разработали краткосрочный проект, двухнедельный «Природа вокруг нас», экологический проект. Эта тема сейчас очень актуальна, экологическое воспитание. Тем более, как раз мы взяли деток разных возрастов, средний и старший дошкольный возраст, потому что в старшем дошкольном возрасте мы уделяем особое внимание экологическому воспитанию. Соответственно, лето, наверное, самый подходящий период, когда вот можно смоделировать, обыграть, показать все ситуации происходящие. Тем более, мы очень много проводим времени на природе. Расскажите, какие фрукты вы знаете? Я люблю фрукт, банан, яблоко, апельсин. А бананы у вас тут растут? А что у вас растет в саду? В саду у нас растет малина, кабачки, тыква. Каб реализовать экологичный проект, треба час и силы. Например, с насеннями саджанцами допомагают батьки. Мы привозим, мы приносим, сажаем вместе. Если много, то делимся обязательно садом. Нам как бы не жалко. Викторины, конкурсы, мини-походы, экологичная стежка. Мероприемства проекта «Природа вокруг нас» самые разностайные. Это уголок хвойный, где мы знакомим деток, закрепляем полученные ими представления в течение года. В том году разработан проект «Огород ИК» совместно с родителями, где мы знакомим и закрепляем представления об овощных культурах, фруктах, ягодниках. Выхованцы садка упэўнены, что самые смачные ягоды – садовина и городина со своей градки. Что до самого проекта «Природа вокруг нас», то зусім хутка малые почуют казки. Але не простые, а экологичные. Еще больше цікавых новин про життё в области на сайте tvrmogilov.by. Ну, а я с вами развітваюся. До встречи.